Привет, я Даша, и мы сейчас едем в соседний город за нашей семьей, а потом все вместе поедем, тут у меня гудит немножко, не знаю, меня слышно, нет, а потом все вместе поедем в Минусинск, в церковь, там привезли мощи Николая Чудотворца, я его до поры до времени считала своим покровителем личным, да, такая вот я скромница. Как бы я тот человек, который считает, что любая религия достойна уважения, поэтому в церкви я из уважения христианской религии снимать не буду, но выйду из нее, обязательно поделюсь своими душевными впечатлениями. Вот я вся перед тобой, утомленная солнцем. Стояли где-то час снаружи. Да, я тебе показывала очередь эту. Плюс, наверное, минут 40 внутри. Так что вся себе устала, утомленная или живая. Ой, трясёт, землетрясение, спасайтесь. Вот к нам привозили мощи Матрёны. Вот там мне, честно, было по фонарям. Я вообще ничего не почувствовала. Единственное, что меня заботило, это вот правильно как будто этот обряд соблюсти, что поклониться, поцеловать портрет, прикоситься, конечно же. Все. И я вообще ничего не почувствовала, когда загадывала тогда желание. Я ощутила, то есть четко прям вот осознание мне пришло, что меня не услышали, что вот это не сбудется, что я загадывала. А сегодня как бы какое-то такое вот, я не знаю, как назвать, благолепие, нет, что-то вот такое возвышенное почувствовала, как будто, ну, когда я вот подошла к мощи, как бы поцеловала их, преклонилась лбом. И вот тут вот случилось оно, да. Вот как будто я оказалась в прожекторе света, но прожектор не в плане, что у меня там электрический свет, нет, такого божественного, под божественным прожектором света как будто я очутилась, я почувствовала, что меня слышат, меня услышали, и дай Бог исполнит. Да, так что на меня снизошло. Так что здесь, видимо, все-таки зависит от того, кому ты пришла. Потому что к Матрёне я приходила, ну, по нулям. Была чудотворцу пришла. Опять землетрясение! Вот, так что я довольна. Я эти 2 часа, потраченные на стоянии в очереди, они, я считаю, они прошли даром. Вот, так что сейчас скажу банальную вещь и попрощаюсь. Храни тебя Господь. Пока.